И об искусстве. В художественном музее имени Коваленко поселились знаменитые чеховские персонажи. Там открылась выставка «Рисуем Чехова». Экспозиция посвящена 155-летию со дня рождения классика мировой литературы. Представлено более 80 работ в жанре графики и живописи. Авторы произведений, учащиеся краснодарских школ искусств, они творчески подошли к выбору сюжетов для своих картин. Любимых персонажей и эпизоды чеховских рассказов изобразили с помощью гуаши, акварели и цветных мелков. Здесь же скульптуры из пластилина. Застывшие герои Ваньки и отставной унтер-офицер Пришибеев, кажется, оживают. Год литературы в России, который как раз отминовался, мы открыли, пускай вот такой выставкой, детской выставкой, но попытались показать писателя, драматурга, человека, который создавал большое количество интересных рассказов, вот таким образом, с художественной точки зрения, то есть с детским взглядом на произведение, можно сказать, мирового значения. С югом России русского писателя связывают корни. Антон Чехов родился в Таганроге, часто путешествовал по стране и приезжал на Кубань. Познакомиться ближе с творчеством Чехова можно до 22 февраля.